И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами, как всегда, Кунька Престос, как всегда, на моем канале. Здесь первый у нас, я не буду здорово, ну, короче, здорово, оцени инвентарь, пожалуйста, ну, давай оценим, почему бы и нет. Правда, никнейм такой, точнее, приветствие такое, что просто, ну, моя мама тракторист, реально. А дальше, привет, Кунька, скажи, пожалуйста, на что можно обменять мой нож? Ну, попробуй на скины, можно еще на подарки новогодние, потому что, ну, через полгода уже Новый год, и там можно будет их выгодно толкнуть. Дальше 111 рублей, но здесь переплата за наклейки аж 15 рублей, поэтому, естественно, такое отклоняется. Здорово, я тупой уебан, который не умеет считать по баф, и я пишу, что даю тебе всего лишь минус 7%, но на самом деле здесь минус 14%, потому что я тупая мразь, которая не умеет пользоваться калькуляторами. Здесь просто скрытый шрифт, вот, ну, естественно, хуй. Я думаю, я уже и так дал вам понять, да, сколько он дает мне в минус, минус 14%. Естественно, такое отклоняется, потому что, ну, тупой уебан, блять. Раз переплат за флот, два переплат за флот, три переплат за флот. Здесь ничего не подписано за флот, здесь ничего не подписано за флот, блять. Вот здесь ничего не подписано за флот, поэтому иди нахуй. А дальше. Ну, я думаю, не кандидата, а просто черный список, до свидания. Дальше комментировать излишне. Также черный список, до свидания. Тупой уебан, блять, который думает, что ему кто-то что-то должен подарить. А следующий тупорылый уебан, ну, я его, по-моему, не закидывал в черный список. Но, опять же, типа, блять, ой, да, DreamHack, графическая Virtus Pro, это как раз стоит того, чтобы, блять, докинуть тебе еще сколько? 1600 рублей сверху. Охуенно, блять. Вот, знаете, мне просто интересно, блять, ну, я, честно, не смотрел стоимость этого говно наклейки. Но, возможно, сейчас, если она стоит хотя бы 1200, он отлетит черный список. Ну, минимум 1200. А, давайте посмотрим. А, 6000, 100%, ага, блядь, 10%. Это у нас сколько получается? 600 рублей. 600 рублей. Он сколько тут, блядь? А, ну все, нахуй. До свидания, блядь. Давай, нахуй. Больше меня не беспокоим, мразь тупая, блядь. Дальше, что у нас тут? Помните этого чела? Он сначала за эльк приглашал только это. Теперь он еще сверху докинул это. Человек, наверное, не понимает, что мне как-то похуй вообще. Вообще похую. Ох, нихуя! 2000 кристаллов у 2000 соли почти. Ну ты красавчик, ля, я с тебя балдю. Просто лучший из лучших, блядь. Спасибо большое. Огромнейшее тебе спасибо, реально. Дальше, стартрек поношенная. Ну, да, я думаю, опять же, комментарии излишние. Очередная тупая бледина, которая надеется, что вот этого ему хватит на обменять, чтобы обменять на мой ножик. Ну да. Почему бы и нет, когда да, серьезно? Ах, если Кунька молчит, лучше его не перебивать. То, блядь. Я просто, типа, ну, хуй его знает. Что он хочет забрать, аниматянку? Ну, забирай. Ну, хуй с тобой, золотая рыбка, забирай. Ну что у нас там дальше? Опять тупой уебень, которому я уже отклонил трейд, и он такой думает, блять, ну, наверное, раз он минус 10% не примет себе в плюс, дай-ка я ему кину тогда в минус, сколько-то здесь примерно, 8%, да, то есть, ну, 8% мне в минус, блять, я должен это принять, да-да. Иди нахуй, прими, пожалуйста, прими, ха-ха, угу. Пожалуйста, сдохни нахуй вместе со своей матерью, блять, не позорьте это общество. Дальше, также черный список, по-моему, я его закинул уже, надо проверить. Да, в чем список закинул, ну просто, опять же, охуительный трейд, блядь, все прям так отлично подходит, 10 тысяч, блядь, на 26 тысяч, почти одно и то же, блядь. А дальше, статтрек после полевых, африканская хуйня, мой калаш стоит дороже, ну тут еще и докит, естественно, должен быть докит с моей стороны. А также черный список, до свидания, блядь. Здесь, по-моему, наклеечки, да, здесь у нас имеется Катавица 2015, Катавица 2014, Кёльн 2015, Стокгольм 2021. Короче, здесь наклеек я ебу и плачу, вот с ним бегай и играй и радуйся, блядь, а мне нахуй такое не надо, спасибо, блядь. Оставьте себе, блядь. Так. С чего он там забирает? Типа еще. Недорогой, блядь. Хотя вряд ли такая хуйня может быть дорогой. Хотя хуй с ним, блядь. Пизду. Да-да. Отдаем ему кристальчики. Проверяем, ничего новых трейдов не прилетело. Прилетело, блядь. Нихуя попу хуй. А это что не отклонился, алё, блядь. На это что тут за хуй ко мне тут стучится по весне? Ну, мой ю стоит дороже, это я и так знаю, потому что, ну, блин, у меня есть и то, естественно, такое отклоняется. Ладненько, народ, тут предыдущий челик, помните, мы делали контрпредложение, да, вот этому. Я уже не раз его встречал, но давал человеку шанс, а в итоге он отклонил, я, естественно, у него расписался на стеночке. Не знаю, удалил он, нет. Но, в общем, да, удалил. До того, как он зашел онлайн, да, отклонил данный трейд, у него было расписано здесь, наверное, 2 или 3 комментария, типа, то, что он лоуболлер. То есть, ну, я решил тоже поддержать людей, сказать, что да, он лоуболлер, действительно, ну, тупорылый лоуболлер, у которого нет мамки, блядь. Ну, и закинул еще на список, потому что хватит давать людям второй шанс. И также, помните, я думаю, вы помните, естественно, должны помнить,
вот этого лоуболера с пустынной гидрой, с сувениркой. А вот, ну, я его закинул в черный список, потому что жесткий был лоубол. И теперь он опять. Ну, а вы не хотите со мной обменяться? Вот, вот это, тё, пошел нахуй, блядь. Вот. Ну, я в очередной раз тоже убеждаюсь, то, что люди сначала делают, потом думают, блядь. А когда, надо думать, они начинают, когда отлетают в черный список, потому что это уже не первый человек, который, блядь, после добавления в черный список, а, блин, давай вытащи меня из черного списка, давай поменяемся, давай затренимся, эти там в плюс, блядь, я в рот возьму и в жопу дам, блядь. Но кунька вторых шансов не дает, потому что хуй с ним, я, блядь, потерплю, поиграю с этими скинами. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы посетить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем Пош, подружек и кланов, тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!